Стальменке в минувшую субботу прошли областные соревнования по лыжным гонкам памяти братьев Федоровых. Уже 17-й раз здесь собираются спортсмены со всей Новосибирской области, чтобы проверить свои силы на необычной лыжне. Подробности в сюжете. Полина Грачева живет здесь, в Тальменке. Для нее этот областной турнир домашний, а ледовая лыжня привычная. Чувствует себя уверенно. Девушка считает преимуществом то, что у них есть возможность здесь тренироваться. Легче, да. Потому что мы катаемся здесь давно, и мы привыкаем к льду. Сложно, потому что лед, лыжи скользят, неудобно. Среди спортсменов много новичков. Екатерина из Черепанова в числе ребят, которые впервые выходят на подобную лыжню. Здесь немного страшно ездить, потому что здесь лед, и то есть прямо на речке. Возможно, помешает, потому что трасса вся изогнутая и снега очень мало. В этом году конкуренция высокая. На старт выходит 281 лыжник. Рекордное количество участников за все годы проведения соревнований. Спортсмены съехались со всей Новосибирской области. Самые маленькие бегут 1 километр. Взрослым предстоит пройти вдвое больше. Для победы нужна не только техника, но и смелость, говорят организаторы. Дистанции не из простых. Уже стала традицией, все-таки патриотическое воспитание много влияет от подрастающего поколения. Вот сейчас мы видим финиш наших победителей. 5 мест будет у нас награждаться. По итогам в пятерку лучших в разных возрастных категориях смогли пробиться спортсмены из Ленева, керамкомбината, Тальменки. 9 лыжников. Лучший результат показала Екатерина Илларионова. У девушки 2-е место.